Ну, прямо сейчас на крыше этих автомобилей появятся наши ребята-каскадеры, чтобы лично каждого из вас поприветствовать. Чебоксары, все вместе, дружно! Друзья, разве так встречать так громче? Ну, разумеется, друзья, это так же всегда. А вот сейчас, как я обещал, знаменитая строчка должна. Не-не, Чебоксары так не пойдет, а парень свет должен быть громче. А, друзья, непонятно всего лишь одно. Почему не приветствуете наши половинки? А давайте отдельно поаплодируем любимой, но очень грациозной задней части автомобиля. Мы встречаем, конечно. Итак, внимание. Два. На четыре. У него на крыше. Вас приветствует лично Тимур Кочерга. А сейчас, друзья, нужна ваша поддержка, чтобы эти два автомобиля удачно разъехались. Друзья, не скупимся. Где вы? Где Борис Вязы? Друзья, итак, внимание! И... Александр, может, не надо? Санечек! Итак, ваша Борис Вязы, самый смелый. Ничего не произойдет. Ох ты! Классно! Наши ребята избавляются от ненужных двух колес. И все это они делают под ваши аплодисменты. Конечно же, колеса выброшены, как я обещал. Встречайте исключительно двухколесный автомобиль. Итак, приготовились! Внимание! Одно кольцо пройдено. Второе пройдено. Право, трюк сделал! Макавеев Александр! Сто восемьдесят, 360, 540, все на месте! Кстати, друзья, обратите внимание на наших малышей. Между прочим, нашим парням всего лишь по 5 лет. И эти аплодисменты!
вся пройдена. Друзья, давайте поддержим, поддержим. И аплодисменты. Не стесняемся громче. Итак, одно препятствие пройдено. Уважаемые зрители, вас не слышно? А на вас серенькие осталось 4. Итак, друзья, если все готовы, давайте тогда под ваши аплодисменты. Друзья, как вам автомобиль, нравится? Друзья, вопрос. А вы не будете против, если попросим еще раз перед нами проехать? Не против? Тогда давайте как следует поаплодируем этому автомобилю, а я пойду лично водителя попрошу.